Вот теперь есть повод для нашего нового члена семьи Тобика что-то заказать в Китае. Распаковываем посылочку. Посылочки аккуратненькая коробочка. Вот это машинка для стрижки собачек. Вот, крупнее название показываю. Открываем и пробуем. Коробочки пластиковый лоточек. В лоточке сама машинка. Сама машинка. С другой стороны USB провод для зарядки. Маслица для смазки. Кисточка для чистки. Все. А, пардон. И инструкция. Инструкция на чистом английском языке. Все популярно. Все доступно. Все, пожалуйста. Даже какой-то штамп есть. Типа сертифицированные продукты или знак качества. Их не китайский. Вот такой вот аппарат. Так, машиночка хороша тем, что вот такая вот узенькая. Узенькая. Вот смотрите, какая. Так, вот для примера линейки нет. Вот спичечный коробок. Вот такая вот машиночка. С другой стороны фонарик. Видите? Очень интересная вещь. Сейчас выключу свет. Вот. Вот он фонарик. Так, управляется, наверное, вот этой кнопочкой. Точно. Вот. Выключил. Включил. И сама машиночка. Ой, смотрите, так тихо работает, просто прелесть. Очень удобная. Вот в темноте, видите, вот подсвечивает очень четко тот участок, который надо стричь. И этот звук точно не будет пугать животного. Пришло заряженное уже, прелесть. Вот два режима, турбо и медленный, и выключен. Вот такой вот аппарат. В принципе, первое впечатление положительное, так что считайте, что рекомендую для покупки. Единственное, шло, конечно, долго, почти 2 месяца. Ну и в качестве уточнения. Вы сами поняли, что такой машинкой, конечно, собачку полностью не пострижешь. Она куплена для того, чтобы выстригать шерсть в неудобных местах. Ушки, между подушечек, лапок и прочие. Так называемые труднодоступные места. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.